Сегодня мы поговорим о культуре. А вы спросите, почему не в музее или в библиотеке? Очень просто, потому что сегодня мы поговорим о сельскохозяйственной культуре. И культуру эту зовут клубника. Я бы мог, конечно, вам рассказать о том, что клубника является природным афродизиаком, и маленькие белые семена на клубнике, наполненные биологически активным цинком. Но кому это будет интересно, поэтому мы сейчас обсуждаем только технический сбор и что для этого надо. Потому что, конечно, многие об этом знают, и многие здесь были. Но для тех, кто не знает, вот как раз такой маленький гайд. Так же, как театр начинается с вешалки, так и сбор клубники начинается с взвешивания заботливо принесенной вами из дома тары. И это важная, но единственная хитрость во всем этом мероприятии. Рядом с любым населенным пунктом Германии существуют клубничные поля, на которые в сезон можно прийти и пособирать клубнику самостоятельно, выбрав качественную ягоду, какую вы сами хотите, и сэкономив финансово половину. Напишите, кстати, в комментариях, как в ваших странах есть такая история или нет. В общем, получается, здесь можно купить как бы килограмм клубники, вот, пускай за 10 евро. Но если ты собираешь сам, то цена получается 4,90. В общем, извините, давно хотел так сделать. Вот никогда не думал, что это скажу, но многие забывают. Поставьте лайк, подпишитесь на канал, прожмите колокольчик. То есть это, в принципе, бесплатно все. И одно движение. Да, это важно для обратной связи, поэтому не ленитесь. И я, в свою очередь, не буду лениться. Впереди очень много планов, как развлекательных, веселых видео, так и нет. В общем, сейчас посмотрим, насколько выйдет взвешенная клубника. Ну, вы все увидите. Да-да. О-о-о. Зекс-кило. Кстати, вот эти наливочки клубничные тоже очень вкусные. Вифель костов? 6,5 евро. Она очень вкусная. Я пробовал в прошлом году. В общем, не удержался, заодно купил вот такую вот бутылочку. В общем, друзья, не смог я это не заснять. Вы только посмотрите, какая красота. Смотрите, еще одна.